Если вы думаете, что это грибы, вы заблуждаетесь. Это не грибы, это пепел, который образовался в результате сжигания дров. И меня инспектирует, сейчас покажу кто. Вообще я очень люблю всяких жучков, видите, как он насторожился. Тщательно изучает, фотографирует. Наверное, уже хочет отдыхать. Очень красивый жук. Но я, пожалуй, его отпущу, потому что ему уже пора домой. У него уже работа кончилась. Вообще, жуков мы не боимся. И лягушек тоже. Чтобы его поймать, пришлось изрядно попотеть. Ну ничего, пускай бежит. Своей семье. Пацифист я. Ничего.